Всем привет, народ! Зовут меня Валера. Играю я в волейбол очень давно уже, реально, лет так 17, поэтому какой-то опыт каких-то техник, багов, лайфхаков, хитростей у меня, в общем, они есть. Сегодня поговорим больше мы именно о экипе, экипировке, на что стоит обратить внимание волейболисту. Также будет эта тема интересная, кто уже играющие волейболисты, что нужно купить и так далее. Первое, это у нас идут наколенники. Какие стоит брать? Смотрите, последнее время я стал покупать наколенники вот такого вот плана, а именно они идут, да не просто вот эта вот губка, знаете, такая мощная, здоровая. Не знаю, это как у девчонок, наверное, такая. Это идет, в общем, тут идет кольцо, оно мягкое довольно-таки, пластиковое. А здесь идут вот такие вот вставочки, они, видите, форму свою принимают, но они как сделаны. Есть металлические вот такие вставки, прям они форму возвращают, а есть пластиковые, так назовем. Не знаю у меня какие, но сустав они держат очень хорошо, растягиваются. Я брал специально под свой размер, это фирма Vidorn. В общем, я себе еще хочу заказать, у меня вот, видите, устал. Уже здесь вот смотрите, идет вот такой вот пластик интересный, он, кстати, как желе, мягкий такой, реально, вот у меня уже порвался. За время тренировок я уже реально давно с ним играю. Второе, это у нас идет компрессионное белье. И зачем оно вообще нужно волейболисту? Для того, чтобы впитывать влагу и сохранять необходимое тепло. Для того, чтобы предотвращать растяжение, там снижает риски микроразрывов там, мышц, связок. У меня простые, в простонародье, как их там называют, да, рашгарды там или что. Ну, это сейчас модный сленг такой, да. Вот оно, ничего такого. Такой материал. Заказывал из Алика. Реально. Ну, ходит оно хорошо. Мне, в общем, в нем комфортно. Вот. Ничего такого. Штаны я эти тоже заказывал. Салика, ничего там не придумывал, все. Ну, кстати, резинка вот растянулась, они у меня уже, да, спадают, ну, этим уже станам на года два точно. Третье, к этому пункту я отнесу всевозможные лейкопластыри, там вот эти цветастые лейкопластыри, которые сейчас модно клеить там от растяжений. Я вот тоже, у меня получается основной момент, то, что постоянно у меня мяч прилетает на блоке вот в эти пальцы, реально. Вот если, не знаю, видно, тут у меня уже шаг такой образовался. Надо было мне идти к врачу. Скорее всего, у меня была здесь трещина, но, как можно понять, я уже забил. Реально, но со временем вот эта вот херня у меня вылезет, то, что я к врачу не сходил. Уже на погоду скоро начнет болеть, поэтому следите, разумеется, вот за этими всеми ушибами. Если вдруг там выбили вам палец на блоке, мотайте его там, не знаю, всеми возможными лейкопластырями. Я еще редко, но метко использую вот такие вот, назовем их, повязки для пальцев, для фиксации сустава. Слушайте, чуть-чуть помогает, реально. Но это, знаете, вместо того же самого лейкопластыря, чтобы его не клеить, вот, все. Оно как бы, да, фиксирует лучше и как бы, ну и сцепление, видите, у пальцев есть с мячом. Кстати, видео, ссылку на это видео я тоже оставлю про эти повязки, кто еще не видел, тоже посмотрите. На еще момент травматизма 21% идет у нас травмирующихся. Ну там, знаете, вот эти все движения, когда вы прыгаете там на блоке, вам пальцы выбивают, вот эти все моменты именно. Четвертое. Зачем вообще волейболисты потирают подошву кроссовок, ну, видели вы там, ладонями. В общем, они там шоркают, трут, натирают для того, чтобы, смотрите, на подошве скапливаются там микрочастицы какой-то пыли, да. Зал у нас реально некоторые есть пыльные, обувь, получается, скользит, то по тому же самому паркету сцепление плохое, а у нас ладони, как всегда, идут, они у нас потные. Потоотделение, в общем, работает, потому что мы играем. И тем самым мы стираем пыль с этой подошвы. И еще, в общем, и делаем тем же самым лучшее сцепление
для наших пальцев, потому что у нас ладони потные, мы их забиваем также пылью. Это, к нему, наверное, я отнесу, это наш плечевой сустав, у нас идет на него 21% травматизма, друзья, поэтому за ним тоже стоит обратить над этим внимание. Рекомендую вам купить какую-нибудь резинку, где-нибудь найти. Вам нужно закачивать перед тренировкой сустав, если у вас, не знаю, там не хватает средств тех же самых для покупки вот этой резины. Ну просто хотя бы, да, ну отжимайтесь, укрепляйте вот этот вот весь пучок, потому что реально смотришь, многие мучаются с этим плечевым суставом. Он у нас идет сложная технология, у него уже весь он скрипит, боли бывают ужасные, уже некоторые там друзья у меня идут на операцию, чтобы восстановить его, реально это очень долго и не всегда, знаете, порой помогает. У меня до этого очень, так сказать, беспокоило плечо, реально, я много стал времени в зале уделять вот этим самым закачкам плеча, делал, кстати, тоже полное видео на эту тему. Как, какие упражнения использовать, оставлю ссылку на него, тоже посмотрите.